24 и 31 мая в Муравленко состоится общегородской субботник. Принять в нем участие могут все желающие. Коллективы учреждений и предприятий традиционно распределят между собой городские территории. О своем желании участвовать в субботнике уже заявили работники более 40 организаций. Чтобы навести порядок во дворе, можно объединиться с соседями и выйти на уборку внутриквартальных территорий 25 мая и 1 июня. При обращении жители управляющей компании смогут помочь с инвентарем и выдать веники, грабли и лопаты.